Приветствую вас, дорогие друзья, с вами, как всегда, Тямыч, и это Готика 3. Итак, напомню, в прошлой части мы с вами проходили экзамен, да, своеобразный экзамен Ингвара на то, чтобы стать первоклассным учеником, да, и он нас научит делать оружие из чистой руды. Вот, в принципе, по умениям у нас, мы обычный кузнец, да, и ковка рудного оружия, мы это все делать умеем, осталось теперь только вот докачаться до чистой руды. У нас сейчас кузнечное дело прокачано до 27, соответственно. Так, нам еще надо, ну, чуть меньше половины. Так, 15 очков у нас. Отлично. Если мы получим еще, в принципе, следующий левелап, можем по полной раскачаться. Вот сейчас, поэтому... что нам, по сути, осталось делать? Мы получили разрешение у двоих кузнецов, да, из нужных трех. То есть мы получили одобрение Питара за то, что мы ему принесли Рок Маракориса. Мы получили одобрение Ларсена из клана Волка, да, за то, что вместе с ним пошли на разведку нового месторождения руды. И, соответственно, сейчас нам осталось пойти в клан Огня, соответственно, да, и там найти третьего, последнего кузнеца. И, соответственно, он тогда нам даст добро, его зовут Калан, кстати. Вот, и тогда можно идти к Ингвару, да, и говорить то, что все, чувак, давай, учи нас, мы ко всему готовы. Вот. Но перед тем, как к нему пойти, я тут приметил одно место. Помните, здесь, короче говоря, мы с, опять же, Багиром шли. Я говорю, Багир у нас это центральный персонаж вообще Нормура, да? Вот, думая о Нормуре, вспоминаю о Багире в первую очередь. Короче говоря, мы тут перебили всякую живность с Багиром. И здесь нам, помните, мужик помогал. Я еще удивлялся, что это за чел такой. А это, оказывается, были старатели местные. Ничего. И с ним был, с этими старателями был связан квест, короче говоря, зачистить вот эту пещеру от краулеров. В итоге, вот опять же, чем мне нравится живой мир Готики 3. В итоге эти ребята сами без моей вообще помощи зачистили это место, и при этом я просто шел мимо и смотрю то, что квест выполнен, хотя я его вообще не выполнял. Оказывается, реально эти ребята в одиночку сами справились с уничтожением краулеров, а опыт, да, за этот квест и успешно выполненный квест засчитался за мной. Вот они, кстати, это Волькар и, соответственно, Брандт. Вот Брандт нам как раз помогал сражаться против саблезубов, когда мы с Багиром шли. У тебя ведь есть дела поважнее, а? Вот, ну сейчас они, соответственно, занимаются своими делами. Волькар решил прикурить, да? Вот сейчас руду давайте. Там ничего нет. Оставь меня в покое. Ладно, давайте этих чуваков действительно оставим наедине с самими собой. Они сейчас будут забирать много руды. Бог с вами. Удачи вам. Вот, но меня это место чем еще привлекло? Меня это место привлекло тем, что здесь еще есть, вот видите, там дальше захоронение вот этих вот древних воинов Нордмара. И оно тщательно охраняется орками. Поэтому надо сейчас тоже туда пройти, пока я это местоположение не позабыл. И его зачистить. И тогда только после этого пойдем мы, соответственно, в лагерь огня, в клан огня. Так, давайте аккуратненько. О, я смотрю, там уже сражаются скелеты с орками. Обалдеть. Так, там уже и мах какой-то. Так, я что-то смотрю, сейчас все сагрились на меня, видимо, да? Так, ладно, пусть пока не сражаются орки со скелетами, окей, отлично. Очень такие активные ребята. Я все-таки думаю, против скелетов как раз и двуручное оружие мне больше радует. Так, давайте поможем скелетонам. Все-таки, да, против элитки-то, блин, сложновато им воевать однозначно. Давай еще.
Мага самое главное, шамана убить, орков. То эти падлы меня задолбают. Так, ладно, иди сюда, говно. Так, отлично. Иди сюда, мой дорогуша. Так, у меня все отлично. Да, шаман гребаный, блин. Иди сюда. Иди сюда, говно. Так, ну, тут хотя бы один шаман, да, в отличие от шахты. Я эту шахту запомню на всю жизнь, блин. Значит, ушли пидоры. Сдохни нахер, мразь. Так, минус. Иди сюда. Пока что с рунным щитом, с одноручным, да, по воюем. Так, а вот он уже на меня и мах ополчился, да, видимо, насколько я вижу. Так, ну ничего. У меня с собой есть ледяная стрела, как я уже сказал. Руководитель рода. Ну давай, давай. Мы как раз его захерачили, да, в тот момент, когда он пил. Восстанавливал, да, свое здоровье. Иди сюда, говно. Как вы посмели осквернить древнее святилище норморсов, а? Надо отомстить вам за это. Так, руководитель рода. Вот 18 тысяч, блин. Вот офигенные у них посохи, конечно. Ничего не скажешь. Очень такие прям добротные. Отстаньте от скелетиков уже, а, ублюдки. Все вот им надо, этим оркам. Так, минус 0. Так, ну и последние, да, кто у нас остались. Завоеватель, ну давай, иди сюда, говно. Такой резкий понос, как я не знаю еще на самом деле. Так, ну все, вроде, блин, справились. Так, что у нас тут? Давайте все внимательно обсматривать. О, вот мы, кстати, камень предков. Гребаные орки. Видимо, они его и хотели взять. Так. Где у нас тут факел? Да, первоначально в начале игры вообще очень большие проблемы с поиском факелов были. Меня, знаете, вот радует на таком заднем фоне такая музыка сразу такая успокаивающая. Колыбельная, да? Хотя тут только что был массакр. Так, камень предков. Где-то он здесь, да? У нас должен был быть. После, блин, битвы. Так, у нас еще здесь скелеты. Так, кованый сундук. Надо искать в первую очередь кованый сундук, если они тут. Так, тут у нас ни хрена. Обычно просто под такими вот, как это сказать, столпами, да. Вот это вот есть чаша для приношения... камня предков. Ну, видимо, надо идти в следующий зал. Так, ладно, тут мы все обыскали уже. Надо просто очень внимательно посмотреть каждый уголок, потому что, ну, блин, в любой момент тут обычно вот кованые сундуки всякие редкие есть. С итемом редким тоже, но, видимо, нам все-таки... В любом случае, надо идти вот сюда. Ё-моё! Твою ж мать! Ну-ка, как они против магии, мне интересно? Чем похер вообще на магию?
Так, меня что-то начинают зажимать черти. Так, 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 уходим, уходим, уходим. Опасные ублюдки. Блин, безымянный, чё ж так жрёшь-то, блин, а? Медленно. Так, ладно, бегом, бегом, бегом отсюда. Давай быстрее жри-то, а? Свою... А окорок-то, блин! Вот любят они вот так вот что делать. Да, все-таки молот против них очень даже неплох. Да, только так сейчас и будем их мочить, убивать. Так, давай еще откармливаюсь. Их еще очень-очень много. Поэтому я уже жду не дождусь, когда мы изучим изготовление из чистой руды. И сделаем мы вот этот вот топор инквизитора, или как он там называется. А, топор берсерка, вот. Будет у нас 135, а если мы еще его заточим, будет вообще 145 урон. Если вы понимаете, да? Блин, ну что ж их так много-то, а? Просто собралось кучка ублюдков. Да, и выносливости, конечно, надо больше качать. Потому что выносливость, конечно, уходит как ё-моё. Да блин. Так, копим здоровье. Но они сами в себя уже херачат. Совсем чуть-чуть осталось. Так, минус. Осталось с этим разобраться. Так, все, отлично. Успокойся. Да, твою мать, чё ж ты, блин, безымянный-то сейчас не атаковал, а? Так, отлично. Да, надо больше мяса понаделать. Уже 253, а было, по-моему, 400 чем-то. Мы уже, блин, больше половины съели. На скелетах, кстати, стрелы и болты не действуют, чтобы вы знали. Хотя вот в первом и втором GTA они действовали еще как. Да сколько их есть-то, а, господи. Вот этот вот сильный удар на скелетов очень прям действует, очень так... ободрительно, я бы даже так сказал. Три вот таких вот тут удара вокруг себя, и все, и они мертвые. Поэтому против скелетов, да, очень хорошее двуручное оружие. Как-то надо их вот выманивать. Вот мы, кстати, еще один труп Нормарса, насколько я вижу, там вдалеке стоит. Так, сразу три. Ну, сейчас вот будет, конечно, тяжело, да? Сучка. О, минус. Вот надо действовать, как в Dark Souls, короче, и все будет нормально. Тоже копить энергию, короче, и идти тогда, только тогда бить. Вот, сука, а. Заблочил, но один хер получил по мозгам. Так, ну вот и неплохо. Так, осталось чуть-чуть. Так, ну что, ребятки. Гоу. О, вот он, главный. Ну, кстати, довольно медленно ходит. Поэтому можно сейчас, в принципе, Блять. Я думал, их там три. А там вдалеке еще остались.
Ну давай, 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 давай. Да бесит меня, что порой он начинает тупить, блин. Так, ну ничего. От тебя прям испарение вот это дьявольское идет, чувак. Так, ну и тебе тоже не жить уже. Все. Так, ну что, надеюсь, мы уже их всех раздолбили тут. Остался... А, нет, еще. Ну да, один главный вроде остался, как... Снорре, да? Ну что, Снорре, иди сюда. Буду тебя наказывать. Сучка ты этакая. Бля, мразь. Бля, ёкарный бабай, все, надо валить. Чё-то он пипец страшный, блин. Демон. Смотри, идет потихоньку, блин, сучка. Так, с арбалета как ты будешь убиваться? Чё, тебе похер, что ли, на стрелы? Ну да, как-то, блин, медленно. Легче тебя в ближнем бою. Он, конечно, медный, блин, но в ближнем бою, да, он даст просраться еще, блин. Видите, блин, какой резкий, блин. Поэтому, да, с такими только, блин, одноручником херачить. О, сейчас я его уже закликал. Снора херов, блин, иди нахер отсюда, видите, блин. Чё творит демон, блин? Все, отлично. Так, круглый щит, отлично, отлично. Так, палаш. Так, палашем херачит, как я не знаю чем, блин, я херачу. Так, минутку, а... Почему я его обобрать-то не могу теперь? Или я уже все взял? Так, ну ладно, надеюсь, что я с него все взял уже. Что-то как-то странно он сейчас. Так, пьедестал с рунами, да? Еще, давайте тут все возьмем. Волна холода, видимо, свиток заклинания, да, драгоценности. Цоколь, туда что-то вставляется. Сюда точь-в-точь подходит камень предков. Так, отлично. Вообще шикарно. Вот, и как раз сейчас респектуху клана этого, как его, огня получили. Так, замечательно. Хотя странно, почему тут гробница Снорры, воина клана огня, она почему-то рядом с кланом молота находится. Тоже как-то странно это все. Ну да не суть. Так, ну чё, вроде как в этой гробнице больше ничего ценного нету. Поэтому можно с чистой совестью выходить уже и идти к клану огня, соответственно. Видите, у нас все сегодня завязано на клане огня. Видимо, значит, нам туда и надо. Снорре. Видимо, был какой-то знатный воин. И мы его сейчас упокоили. Упокоили его душу. Так или иначе. Ржавые мечи я особо брать не буду, потому что с них копейки денег идут в любом случае. Так, ну и теперь что нам? Куда нам дальше идти? Теперь нам надо идти, как я уже говорил, к клану огня. И они находятся далеко-далеко на севере, ребят. Путь этот не близкий, очень даже не близкий. Поэтому пока мы выйдем... Так... Как мы выйдем на нужную дорогу, пройдет очень много времени у нас с вами. Так, таким макаром это мы назад придем.
Короче, что делаем? Идем обратно сейчас с вами до клана Молота. Потому что он является как раз хорошим ориентиром. Сам по себе. Так, значит, клан огня. Да, там у нас клан Молота. Бей бабу молотом, будет баба золотом. Так, там клан Волка. Где дорога на клан Огня? Мне кажется, направо надо нам свернуть, насколько я знаю. Клан Волка, блин, странно. Ну, короче, в любом случае, по этой дороге, потому что клан Волка, то он вот находится, да, клан Огня здесь, соответственно, они рядышком. В любом случае, находится, получается, вот эта вот впадина, да, их только разъединяет. А нам надо еще дальше сейчас на север пойти. Тут до клана Огня, конечно, идти будет очень долго. Ну, щиту поделать. Так. Видимо, нам сюда. Тут мы с Багиром уже... Что только не сделали, кого уже только не поубивали, блин. Опять эти чертовы гоблины. Где шаман, блин? Да, я хочу захерачить шамана. Черный, ладно, хер с ними. Так, нам надо еще дальше. У вас волчанка, сэр. Да, видимо, отсюда. Ну, мы здесь опять же были в прошлой части, в прошлой серии, если вы помните. Так, 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 так. Куда же мы с вами-то выйдем? Ну да, мы все верно идем. То есть, помните, мы когда искали этого Ларсена, нам сказали, что он где-то на севере, а он, оказывается, нихера не на севере. Поэтому такая у нас дезинформация получилась. Ну чё, пошли херачь потрошители там, я не знаю, всех этих чертей, блин. Вообще, на красоту с дурочки он мочится. Раз, два, и все, и нет у вас. Так, давайте мясо соберем. Надо как раз пожарить, новое будет. Вот кто бы мог подумать, да, опять же, отличный баланс гдана, в кавычках, опять же, да, то, что потрошители, вроде, они должны быть опаснее, чем волки, а на самом деле в волке они самые опасные черти. Так, вот здесь, опять же, стоянка орков, но туда я пока что не хочу идти. Да, тут, по-моему, выход к клану огня. К их печи, опять же. Но пока я туда не хочу. Так. Чё мы видим? Да кто там сагрился-то, ёпа? Саблезуб, что ли, или кто? Ладно, хер с вами. Опасный Нормар, блин. Ненавижу это место. Так, еще пара потрошителей. Тут вообще какие-то страшные места, ребят, в принципе. Ай, чё ж ты пропустил-то, блин, удар, а? Чё ж ты такое лёшь-то, а? Ну да ладно. Да кто опять-то? Это, знаете, это называется оркестр в шкафу, блин. Так, и куда мы в итоге вышли? Тут должна быть где-то дорожка вниз, получается. Вот это, что ли? Ё-моё. Нет, не надо на мне такого счастья. О, блин. Еще орки.
Да, видимо, это те самые недобитки северные, но, блин, я пока что на них не хочу идти, ну нахер, блин. Не надо мне такого счастья. И судя по указателям, да, это тут уже мы идем к монастырю, к клану огня. Дорога общая, значит, пока что мы... Че, они уже на меня, что ли, блядь? Сука ты, твою ж мать. Кстати, еще... Еще одна гробница. Блять, ну вообще только этого еще не хватало, блин. Сука, гребаные гоблины. Да, сука, задрал ты, мразь. Пиздец. Блять, как я ненавижу, сука, гоблинов, а? Сука, такие пидорные черти, сука, ненавижу, блин. Кто там опять? Блять, ну ё-моё, ну вот... Я говорю, вот вы бы, суки, по одному бы шли. Самое главное, под удар не попадать. Пиздец, они мешают, блять. Бля, да чё ж ты... Его на самом деле не так сложно захерачить, но он... Он что-то начинает боковыми ударами стрелять, хотя он обычно боковыми не стрелял никогда. Да, сносит это ему как гулькинхер, блин. Ненавижу, блять, гоблинов. Какой-то это больно смышленый тролль, потому что, блин, он стреляет боковыми, а боковыми меня удары в любом случае доставляют. Блять, сука. То, блять, волчки, сука, то гоблины, блять. Сука, снежный пидорас, блин. Блять, неужели? Просто вот. Так, ну окей, ладно. Тут еще одна гробница. Мимо гробницы я, конечно же, никак не могу пройти, ребят, поэтому уж извините. Кто еще, блядь? Давайте, где вы, суки, есть, блин? Из какой-то, блядь, жопы мамонта выходит постоянно, блин. Сущий потроха, блин. Где у вас тут стоянка, блин? Так. Дикие ягоды. Ну, видимо, как раз тут они и находятся. И судя по кровавым следам, тут где-то обитают еще и мракорисы. О, я был прав. Я был прав, мать его. Вот как раз один экземпляр, самый что ни на есть. Мракорисный. Да, кто бы мог подумать, что саблезубы, блин, опаснее мракорисов тут. Хотя, может быть, саблезубы кажутся сильнее по той простой причине, что для мракорисов это не является такой прям средой обитания, да, натуральной. Вот, кстати, и камень предков Бальдара тут у них есть. У него. Съел он его, да, получается. Опа, интересно. Слушайте, а тут что? Не обращал раньше внимания, да, то, что тут все забито камнями. Ну-ка, давайте сходим, посмотрим, что там. А там стена, да? Не, смотрите. Прикольно, слушайте, ребят, это пасхалочка от Community Story Project, по-моему. А Not CPT. Или этот разработчиков прикол. Так, вот вам, ребята, пасхалочка. Забавно, да, как вот в одной серии столько всего. Насыщенная очень серия.
Anno CPT. Вот на пасхалочку, ребят, вам. Правда, вот вопрос, как нам отсюда выбраться? Ну, наверное, можно так же, да, как с сайгакским этим козлом. Ну, прикольно еще. Гатан, my love, Гатан. Ну и давайте по очередной камень предков поставим. И, я думаю, уже дальше без приключений пройдем и до клана огня. Я очень сильно на это надеюсь, что без приключений. Так, мы уже сейчас, получается, третью или четвертую гробницу уже сейчас зачистим, да, по идее? Очередные скелетики. Блять. Дай пожрать-то, блин, пидор. Никак мне покоя, блин, не дает. Как скажет Багир. Иди. О, блин, отлично я согрел на себе. Да че ж, блин, такое, а? Так, туда явно не стоит идти, там тупик. Хорошо, что я еще огра захерачил сейчас вместе с волками, блин, и гоблином. Так, сейчас минус один будет. Да твою мать. Так, ладно, копим силы. Хоть я даже и прокачал сейчас сопротивление морозу, да, то один хер. Вносливости, конечно, нам больше надо. Да блин, а, да что ж такое? Просто моя жопа прям рай для тыкания, блин, я посмотрю. Чтоб туда тыкали, блин, свои мечи. О, отлично, минус. Сейчас еще, блядь, еще минус. Отлично. Давай с тобой теперь разберемся. Сегодня в белом танце кружимся. Надеюсь, мы с тобой подружимся. Ну давай, иди сюда, что ты вокруг да около ты ходишь? Ну и с тобой давай. Да стой ты на месте уже. Все, зашибенно. Но это только малая часть, там еще и этих ублюдков много. Надо сейчас до клана огня дойти. И я помню, что у них до хрена вот этих вот лечебных зелий, короче, экстрактов там есть. А у нас и так это все уже на исходе. Плюс ко всему, опять же, мясо надо готовить. Так, что у нас там дальше? Гоу, ублюдки. Так, три ублюдка. Ну, три ублюдка, это еще гуд. Это еще ладно. Блять. Ты чё ж ты... Отлично. Какой-то вообще прям дерзкий тип. Так, попробуем пожрать наверху. Да блин, пожрать, ё-моё. Не так уже зелий нет ни хрена. На запасной случай. Только если. Так, отлично, удар прошел все-таки. Все. Молодец я, или не молодец, да? Как в Гатане тоже говорят некоторые. Так, ну че, кто там еще у нас остался? Давайте следующую группу додиков. О, блин. Сколько ж у вас есть-то, блин, чертей-то, собачьих, а? Да... Твою мать. Да... Только так сшибают просто.
Отлично. Да бля, ну ё-моё! Дайте мне пожрать, блядь. Суки. Покоя мне не дают. Отъебись, блядь. Сука. Замечательно, кто еще? Алё, вы где тут были-то? Так, вот теперь их обратно смотри. Так, отлично. Так, ну еще ты, дорогуша, давай. Давай, выходи. Ко мне. Сколько же у вас тут еще-то? Ребятушки. Вы мои. Недобитушки, недобитки. Получи люлей. Паскуды, а? Да... Хватит уже там из этого, из дефа. Она хочет меня на понт взять. Да я тебе сам на понт возьму, сука. Ну, давайте, кто там еще? Так, последние три. В этой части гробницы. Иди сюда. Сейчас всем люлей. Было бы прикольно, если бы сейчас под удар бы сразу два бы попали. Ну ладно, сейчас по одному. Так, ну и ты иди сюда. Хватит по кругу бегать, чувак. Успокойся. Тебе уже ничего не поможет. Ибо за тебя взялся я. Чё-то, по-моему, тут самое большое количество скелетов, которые я видел во всех гробницах. Вот, действительно. Уже сколько мы их захерачили, блин, их все больше и больше. Ты отстань. Сука, а? Заебок. Так, ну, я думаю, это последнее. Потому что сколько ж можно-то. Это только первый зал, блин. Смотрите, там еще нас ждут. Давай, иди сюда, говно. Да, я был прав. Там, наверное, сейчас еще столько же будет. Так, отлично. Вот магии свет у нас, жаль, нету. В рифму я сказал, да? Такс. Тут нас в этом зале точно ничего нет, да? Не хочу сейчас просто врубать костер. Факел. Давайте, говно, идите. Агритесь на меня, сучки. Да, их там, блин, ё-моё. Их еще больше, чем вот в этом зале, блин. В итоге. Давайте хотя бы так, да. По две штуки. В порядке общей очереди.
что называется. Так, отлично, минус 3. Вот сейчас мне понравилось, как мы с ними разобрались. Давайте, следующее. Где там ваш главный гад? You're next. Next. Так, первый, второй, третий. Ёпа твою мать. Блин, вот я думал, блин, сейчас уклонюсь, а вот хера тебе, блин, лысого. Так, надо уходить из этой зоны, потому что, блин, сейчас нас захерачит. Так, сильный удар, гуд. Блин, уберись, лучника, к херам. Уже целую ночь с ними сражаемся, блин. А меньше их не становится. Так, и ты, иди сюда. Да ё-моё. Всё, отлично. Так, сейчас мы с тобой займемся. Все, шикарно. Да, тем временем мои запасы мяса потихоньку подходят к концу, ребят. И на дворе уже вечер. Но, что поделать, ибо лагерь огня, он находится очень далеко. Клан огня. Поэтому ничего не поделать. Ну и гробницы мимо, конечно, игнорировать я тоже не могу. Твою же дивизию, сколько же у вас есть? Ты еще, ё-моё. Так, еще один. А, блин, сагрила вся стая, блин. Ладно, пойду-ка я отсюда. Слишком много вас тут. Пойду-ка я на вас с магией, наверное. Задрали уже. Ибо. Да, вот так вот намного лучше. Сами посмотрите, да? Да я, мои гребаные черти. Сдохните нахер. Так, ну все, тут одни лучники остались. Сейчас. Сейчас решим проблему. Да, с двуручным, конечно, намного все быстрее получается. Да и сдохни ты уже, наконец. Какой-то гребаный лучник, блядь. Что такое, а? Какого-то лучника, блин, не могу захерачиться. Да, с магией, конечно, бодрее и живее. Так, ну что, большую часть ублюдков мы уже проводили, да, на тот свет. Обратно в преисподнюю. Скоро новый левелап получим еще, отлично. Уже у нас будет 25 очков обучения. Бля, это еще не все. Бальдар. Ну вот, да, и его камень как раз. Всем, блин, льда. Всем льда, чуваки. Тихо. Блять, куда я попал, ёпта? Вс,
Все, буду одной магией херачить вас, пидоры. Да... Блин, чё я скелета не могу захерачить обычного? Чё за херня? Да, блядь, да... Суки, а! Так, 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 так. Лучники херово остались только, да? Так, ну лучники это еще не страшно. Ну, лучников обычных хелсы не... Блядь, вот, вот этот вот пидор, конечно, вот он может себе испортить. Идем, блядь. Блядь, вот надо тебе в самый конец, блядь, поставить блок, блядь, мразь. Так, иди сюда. Я с тобой еще не закончу. Блядь, гребаные лучники. Всю, блин, магию на тебя потратил. Да, кстати, блин, у меня магических-то зелий тоже не так уж и много осталось. Ай-яй-яй, блин, пидор, сейчас. Я так и знал. Так, все, шикарно. Ну что, сейчас, а теперь займемся тобой, парень. Ну ладно, будем тебя обычными ударами, короче, короткими прерывистыми херачить. На, иди сюда. Отлично. Боевой топор. Все. Пидор. Левелап, ребят. Левелап, 25 опыта. Теперь уже точно. На 100% я уверен, мы с вами... Нам хватит очков изучения для, да, для того, чтобы... Изучить ковку из чистой руды наконец-то. Да, 25. Ну кто еще, кто еще? Кто еще остался? Ты? Ща, 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 все, раз, два и все. Ну-ка иди сюда, говно. О, сейчас он как-то вот в этой области наоборот слишком часто начал махать наш безымянный. Рейд по гробницам, блин. Так, еще один старый сундук. Когда кованый-то пойдет? Старые они, конечно, хороши, но кованые намного лучше. Так, пьедестал, опять амулетик, сокровище. И еще сокровище. Ну что, вставляем очередной камень. Там отверстие в цоколе. Да-да-да. Туда что-то вставляется. Только не... Твой член однозначно. Подходит. Отлично. Так, и таким макаром смотрим репутейшн. Так, у нас уже, значит, 28 в клане огня. Огня репутации в норморе уже 42. Скоро будет 50, и можно будет вообще самую крутую броню норморскую брать. Но, знаете что, я вам рекомендую все-таки... подождать. Не брать сразу самую крутую норморскую броню. Хотя... Потому что есть варик получше, на самом деле. Но до него еще надо подождать. Обождать, подождать. Так, тем временем у нас уже темнеет, ребятки. Но... Еще чуть-чуть осталось. Пока что игнорируем орков. Потому что мне приключений уже хватит на сегодня. Я просто хочу тихо дойти до клана огня. Охраняют черти. Эти гребаные волчки, ненавижу вас. Я даже, знаете, что сделаю сейчас? Я превращусь, наверное... Где у нас там?
При превращении во что-нибудь. Волк я сейчас превращусь, блин, и все. Мимо вас пройду. Ибо задрали. Так, это у нас саблезуб. Так, а туда ли я пошел? Клан огня, в принципе, у нас здесь, да? Так, ну-ка, давайте пока тут резнемся. Так, шикарно. Да, проход, видимо, здесь. О, чувак, чувак, это ты, нет? Обычно... Да, Калан, спасибо, отлично. Спасибо, ты помог мне. Это ты. Я уж было думал, эти ребята свернут мне шею. Все в порядке. Я в первый раз тебя вижу, на самом деле, Калан. Может, ты участвовал в битве за... Этого, как его... За рудную печь, может быть, потому что я что-то тебя не припомню, на самом деле, чтоб я тебя видел. Расскажи мне что-нибудь об этих краях. Да тут и нет ничего, только лед да снег. Ах да, еще есть монастырь в горах. Но я уж давненько ничего о нем не слыхал. Если хочешь знать точнее, поговори с Фритьёфом. Он время от времени бывает в монастыре. Так, потрошитель, иди нахер. Как добраться до монастыря? Внизу, у деревни, есть дорога, ведущая в горы. Просто иди по ней. Так, шикарно. Я хочу научиться древнему искусству кузнецов. Меня прислал Ингвар. Мне нужно согласие всех. Да, да, это, собственно, главная причина, почему мы здесь. Я спрятал мой стальной молот в кустарнике, недалеко отсюда. Найди его, и пусть он станет твоим. И передай Ингвару, что лучшего ученика ему не найти. Задание выполнено? Никаких глупостей, ясно? Там ничего нет. Что-то я не очень понял. Так мне надо искать молот или нет? Тут, как, тут какие-то глюки с заданиями, блин. Опять губерные, идите нахер. Не, ну в любом случае задание вроде как выполнено, да? Бля, хрёбаный шаман, блядь, пидор. Ненавижу, блядь. Отъебись от этого, блядь. Сука, блядь. Иди, блядь, пизду, сука, блядь, ебучая падла, блядь. Сука, у меня уже просто на шаманов-гоблинов уже аллергия, на самом деле. Так, ну, Калану-то похер, на самом деле, но... Тем не менее, уже просто у меня уже сил нету, блин. Мрази черти. Там ничего нет. Так, таким образом мы уже подошли к непосредственно клану огня. Я просто сейчас хочу, знаете что, зайти посмотреть к ним. Камень телепортации, может быть, найду еще. Инос здравствует. Здорово. Друг или враг? Ну, друг, конечно, ёпт. Друг. Тогда входи. Тут хороший шнапс и жаркий огонь. Ну, спасибо. Блин, охереть. А если бы враг бы сказал, то, наверное, на меня бы весь лагерь напал бы, да? Кстати, видел ли ты в течение последних недель мужчину в доспехах повстанца? Да, видел, он был сильно истощен. Он тяжело переносил мороз. Он еще у вас? Нет, он только обогрелся у огня и направился к монастырю магов огня. С тех пор я его больше не видел. Спасибо, это уже кое-что. Я так разговор, помните, длинный-длинный квест, короче, о брате этого... Паладина Тордера, да, помните, который мы его еще в Венгарде видели? Типа, с него должок, типа, еще хотели взять, а он сказал, что должок его брат вернет. Вот, собственно говоря, оказалось, что брат его... Исходил весь Нормор, честно, в монастыре. Что ты тут делаешь? Я встречаю воинов, которые приходят извне. И много воинов в пути. Да, тяжелое время, парень. Орки становятся все наглее и наглее. Раньше, как только они высовывали свой нос из пещеры, тут же получали нахлобучку. Между тем, они уже чувствуют себя тут как дома. Их просто слишком много.
О, чувак, не говори мне про это, я лучше тебя это знаю. Что тут есть? Зависит от того, что тебе нужно. Если хочешь шлепнуть парочку орков, здесь ты обязательно найдешь того, кто пойдет с тобой. Конечно, у нас в деревне тоже есть кузнецы и охотники. Они не так хороши, как в других кланах. Но пару-тройку секретов тебе расскажут. Ну, расскажи отлично, еще хороший клан, я Мы думаю. Мы называемся клан огня. Что у вас общего с огнем? Вечное пламя Иноса живет в нашей груди и дает нам силы бороться с орками. У нас самые лучшие воины во всем Нордмаре. И орки опасаются нас. Отправляйся в деревню. Нет человека, который мог бы состязаться с нашими воинами в мужестве. Вот увидишь. Так, ну отлично, ничего, давайте пройдем все-таки. Просто хочу эту руну найти. И тут я смотрю, есть такое прям отдельное помещение, да? Какая-то одинокая избушка. О, костер, наконец-то, ребят. Надо сейчас мясца погреть. Так, 61 мясо, отлично. Фу, да, с долгой дороги приятно всегда прийти в место, где тебя могут накормить, напоить или дать к этому условию, по крайней мере. Так, а тут аккуратно, да, надо быть, потому что тут уступ. Ладно, туда мы не пойдем, можем упасть. По-моему, где-то тут есть камень телепортации, надо получше найти просто его. Эй, ты, тебе чего? О, вот, когда мне камень бы... Все, спасибо. Ну, все в порядке? Да, конечно. Ладно, я и не хочу знать. Ты вообще кто такой? Что ты тут делаешь? Сам себя спрашиваю. Я должен оставаться в деревне, чтобы она не оказалась без защиты, если появятся орки. В чем проблема? Мы должны напасть на орков. Их нету, да, они не приходят. Тогда они не посмеют приблизиться к нашей деревне. Знаешь что? Наплевать мне на приказ. Если увижу орков, буду гнать их по старой доброй традиции нашего клана. Скажи-ка, у тебя сейчас есть планы? Ну, как тебе сказать? Как так? Здесь совсем рядом обосновались орки. Я не хочу ждать, пока опять придут воины. Ты хочешь с ними разделаться? Да. Но я ищу кого-нибудь, кто бы прикрыл меня с тыла. Знаешь, я пойдёшь ходил с одним челом. А что еще у вас в традиции? Инос и орки. Этого хватает для полноценной жизни. Только кто кого имеет. Разумеется, при такой жизни нужно довольно много тренироваться. Ну, а ты что? Дать тебе еще пару советов, как быстрее покончить с орками. Могу тебя научить. О! Ты научишь меня драться. Так, ну тут чисто сила. А, ну слушай, с тобой мы еще сходим. Обязательно помочь им орков. А, пока что все. Я нашел камень телепортации в клан огня. Отлично. Все, теперь мы можем по-бырому куда угодно телепортироваться. Значит, клан огня мы будем смотреть в следующей серии. А пока что давайте по-бырому. А, значит, во-первых, 50 знаний кузнеца нам сейчас надо, поэтому мы сейчас по-бырому телепортируемся в Реддок. Где у нас Реддок, сука? Где Реддок-то? А, вот он. Вот, вот сейчас прокачаем свое умение до 50 и потом, соответственно, пойдем сразу к Ингвару. Блин, старый ублюдок. Сколько ж ему, блин, сейчас? Он нам крови попил. Троих, мать его, кузнецов искали. Причем, это действительно один из самых дебильных квестов, потому что как только он активируется, то есть до активации этого квеста все кузнецы были на своих местах, в своих кланах. Но как только активировался данный квест, все кузнецы какого-то хера решили уйти из кланов, искать какую-то там якобы руду. Почему они раньше этим не занимались, сука, непонятно. Ну, видимо, решили патрулить. Так, игрока-разработчики, типа, блин, пойди поищи. Так. Где у нас Клифф? Склифф Фасовский.
Сплив, фасовский. Что же это? Значит, давай. Продал. 37. Хр. 42. Хр. 47. Так, короче. Продал. 48. 49. 50. У нас еще 7 очков обучения. Сейчас, короче, еще выучим ковку из чистой руды. И, наконец-то, блин, я даже поверить не могу. Все, обратно в клан Молота, ребят. Мы это сейчас сделаем. Наконец-то мы можем себе топор берсеркера сделать. Просто. Неужели? Все, уже на всех парах бежим. К Ингуру. Говорим о том, что все охуенчиком. И давай, падла, учи нас. Неужели? В самом деле. Ингвар, хватит спать. Эй, ты чего хочешь? Все рудоплавы дали свое согласие. Тогда решено. Я возьмусь за твое обучение. Ну неужели? Неужели? Расскажи мне что-нибудь о кузнечном ремесле. Итак, покажи мне, как ковать оружие из чистой, мать его, руды, из чистой. Покажи мне, как выковать оружие из чистой руды. Чтобы выковать клинок из чистой руды, надо развить в себе чутье. Используй только то сырье, которое покажется тебе подходящим. Начинай работу спокойно и обращайся с болванкой осторожно. Если из руды начинают вытанцовывать язычки пламени, значит, она достаточно раскалилась. Теперь клади руду на наковальню и придавай ей какую хочешь форму. Обалдеть, просто это бесценное знание, блин, куда я раньше-то... Как я раньше мог без этого ковать что-то? Так, ну чё? Пошли ковать? Наконец-то, а? Топор берсеркера, да. Да, мать твою. Краш тарак. Болванка магической руды, болванка чистой магической руды. Видимо, это самое крутое, что тут есть. Yeah! Так, теперь заточим. Давай, точим. Я надеюсь, что он поддается за... 155. Бля. Я хочу посмотреть на него. Как он выглядит, ребят. Мой самокованный топор берсеркера. Сука. Да. Лучше бы ты не встревал. Сука, он шикарен. Он шикарен, бля. Охуенчиком. Бля. Заканчивайся. Он просто шикарен. Бля, как он шикарен, ребята. Топор, мать твою, берстеркера. Я просто драчу на него. Заканчивайся. Ну все, вот теперь я доволен и спокоен с собой. Ингвар, да, я тебя поцелую. Хотя ладно, хер с тобой, ты мне принес очень много страданий, скотина. Так, ну ладно, ребят, на этом в принципе все. Эта серия и так продлилась уже слишком долго. Много чего мы сделали за эту серию. Мы сразу освободили еще две гробницы. И, соответственно, наконец-таки выучились практически всему, да? Но еще только усиление доспехов осталось сделать, и будет вообще-то шикарно. Так, ну это уже при следующем левелапе у нас с вами будет это все доступно. Вот, так вот. И, короче говоря, все, следующая серия у нас будет в клане огня. Посмотрим, какие там квесты, и будем с... топором берсеркера 155 урона просто, представляете?
Это просто, мать твою, шикарно будет. Будем всех вот так вот кромсать налево и направо, мать твою, Короче, будет шикарно все, ребят. Все, до следующего серии, до следующего включения. С вами был Тямыч, всем пока и увидимся до скорых встреч. Это Готика 3.